оранжевой ковровой дорожке сегодня. Новая отопительно-варочная печь от компании ProMetal, которая называется Тайга Про. Еще никто не знает, что это за печь, и я, Анатолий Жарпарком, первый ее снимаю. Ох, сейчас будем разбираться. Сегодня со мной рулеточка, и поехали смотреть. Первое, это ее внешний вид. Никто никогда не видел такую конструкцию. Это оригинал. И у этого оригинала есть одна особенность. Это самая дешевая чугунная печь на рынке Российской Федерации. Предназначена она, насколько я смотрел ее анонса, на кубатуру 80-100 кубов. То есть для того, чтобы отапливать одну комнату большую или две небольших. Мечта дачника. Давайте же разбираться в каких-то технических характеристиках, потому что на момент съемки ее еще даже нет у нас в сайте. Ее длина порядка 53 сантиметров. Подключение дымохода верхнее. 115. Отбойник пламени съемный, судя по всему. Это обязательно проверим. И огромнейшая варочная поверхность. Дайте, чтобы вам было больше видно. О, какой кайф! И смотрите. Опа! Снял крышечку, поставил. Снял крышечку, положил. Не вздумайте вот эти поверхности использовать для того, чтобы сушить сапоги ваши. Потому что по правилам пожарной безопасности 38 сантиметров от пламени. Тут пламя, это рядом. То есть все только металлическое кладется на вот эти вот поверхности. Отложим в сторону блинчики. Уй, толстые-то какие, ну-ка. Ну-ка. О, сами видите, у меня рука от радости трясется, когда я снимаю классную продукцию. То ли 5, то ли 6 миллиметров. И это чугун, это же знаменитая литейка ProMetal'а с хромом. Ну, сразу скажу, кто скажет, ой, дымить будет, не будет дымить, посмотрите, здесь фаски. Все кладется плотно, ничего дымить не будет. То же самое и здесь, вот они, фаски. Идем дальше смотреть. Вот эти вот площадки съемные. Кайф. Слушайте, прямо мечта дачника. Так. А конструкция, кстати, цельно литая, без болтового соединения. Класс. Ну и самое бомбическое. Ее длины, ширины. А, посмотрите. 50 сантиметров, полметровые дрова влезают. А ну-ка. Батюшки, 24 диагональ. Пипец. Вообще просто березовое поленище туда влезет. А, высота самой печи. Давайте посмотрим ее. 48 сантиметров. И высота ножек что-то около 13 сантиметров. А внутри стоит чугунный колосник. Это вообще по кайфу. Воу! Ядрить! Колосник-то какой! Что, сантиметровый? Точняк. Надолго хватит. Так. Дальше. О! Класс! Смотрите, смотрите, ёп! Смотрите, видали? Вот фига с два, кто так делает. Это уплотнитель, чтобы можно было регулировать горение. Прям очень точно, чтобы не было подсоса воздуха, когда он не нужен. То есть вот. Дальше.
Смотрите, регулировка точечно. Бам-бам-бам. Потусторонний звук. Это я снимаю на выставке, ребят. Ничего с ним не сделать. Ну что, тут все по кайфу. Все по кайфу. Уплотнитель, чугун. Дальше. Что здесь еще есть? Внимание! Кровь. Как он загибал, если бы вы знали. Так, что здесь? Кайф. Очень интересный отбойник пламени. Прямо вообще кайф. Вообще кайф. То есть с него, вот смотрите, тут, во-первых, ну, прямотока нету. Это уже офигенная фишка. Потом с него вот так вот вжих, вжих со всех сторон. Вот есть вот эти штуки. Температура на дымоходе будет маленькая. Это реально полезно для пожарной безопасности. Видим пазы, на которые вставляется этот отбойник пламени. И идем дальше смотреть. Оребрение. Оно сделано очень мощное. Нужно для того, чтобы когда ты набил дрова, вот оно, дровина, приложилась вот сюда, чтобы вот так вот воздух охватывал и шло горение. И вот этим оребрением было максимальное подача, передача жара на вот это вот оребрение. И здесь тоже очень мощное оребрение. Блин, вообще пипец. Вы меня спросить можете, какой вес? Ну, я не могу ее поднять. Ждите на сайте Прометалла. Я не знаю, когда ты смотришь это видео, информацию по этой печи. Там вес, габаритные какие-то размеры. Блин, она стильная. Она красивая. Интерьерная. Будет ли она со стеклом, не знаю. Ну вот выставка, видите, еще она даже не началась, а я уже здесь снимаю. Так, что еще? Задняя часть не показывал. Ну, здесь все просто. Красивая задница. Вот, люблю, глаз кайфует. И главное, дешево стоит. Самое дешевое. Знаете, из стали на такой объем печки дороже стоит, чем она. Цифру озвучивать не буду, потому что неизвестно, в каком году ты смотришь. Все вы знаете, что в России нихуя, ой, ни черта, ни, никогда ничего не дешевеет, все только дорожает. Поэтому актуальную цену смотри на сайте Прометалла. Ну, братан, это класс, это кайф. Прямо вот реально для обычного дачника, который знает цену трудовой копейки, который вот не тырит бабки там, не там, не сидит на них, как куркуль, не печатает их. Вот. В 2023 году будет однозначно. Мне она пинцет как приглянулась, надеюсь, и тебе. Тайга Про. Кайф. Вот реально, снимаешь обзор, да, и кайфуешь, и кайфуешь, и кайфуешь. Все. Доброго тебе тепла. Увидел в магазине. Сразу же купил. Но в охапку ты ее не возьмешь. Она пипец тяжелая. Но тележку с собой возьми, братан. Зато, кстати, переносить вдвоем из магазина удобно. Один взял сюда, другой взял сюда. Ух ты, тут что-то интересное. Вау. Посадочное место для вот этой штучки. Все. В пас, шип, в пас. Качество зашибись. Все, обзор закончен. Время обсуждать эту печку, ставить лайк. И это все на Акватерм 2023. Вот мало старика вещей тешит, но эта печь прямо вот порадовала.